Ребятки, ну и что я вам сказала? Я дождусь, и я дождалась. Я опять скакала и прыгала. Витя Кожелен, у тебя нормально все? Ты дружишь? Да. Дружу, дружу с головой. Ну, вот такая красота. А нам в путь дорожку. Сейчас мы выходим на улицу. Я на улице тоже буду снимать, если пока рука не замерзнет. Вот такая наша зима, зимушка-зима. Доброе утречко. Все. Да, Витя пришел с работы. Уже да. Намылся, набрылся. И в дорогу дали. Да. И при этом ветер, и при этом ноль. Красота. Все, мы уехали. Сейчас буду снимать на улице, ребята. Добрый день, ребятки. Мы идем на открытие елочки. Любуемся, идем. Какая красавица. Сверкается, как живая. Есть такие огоньки, как вроде преломление битое стекло. Программа какая-то. Всех с праздником Святого Николая. Всех желаем вам добра, здоровья. У всех окошки, наверное, были открыты. Всем принесли подарочки. Я думаю, да. Очень красивая елочка. Да, Витюш? Красота? Да. Здорово. Ура! Все сияет и горит. А народу, батечки, как вроде еще не Новый год, а народу очень-очень много. Ура! Классно. Да, да, здорово. Да, я тебя видела. Да. Вика, морковую шубку. Все. Добрый вечер. Ага. Молодцы, постарались, очень здорово. Спасибо. Спасибо. Давайте нам тут лопату и снежинки. Я сказала ты. Помилка, говорить чи ближе. Скажи нам швидше, яке бажання Святого Миколаю загадав містер Глю? Бажання? Не розумію. Дій системи, інформація, відсутня. Ну от, знову халепа. Система вдова застаріла. А нам тепер що робити? Я скорний, а ми допомагати. Хвилиночку, звернусь за порадою до свого помічника. Окей, я заглядну ти у минуле. Скористайтесь шибкою часу, або викладемо архівні файли в пам'яті. Ой-ой-ой, як це складно! Машини часу у нас немає, але у нас є робот та його пам'ять. Потрібно просто її зламати. Відмова! 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 Зачекай! Тут потрібен розум і знання. Я знаю, хто... Потому что, вы думаете, что она...
Вечернее показываем. Помните, мы днем показывали, какое оно было. А сейчас оно вот так вот все светится красиво. Витюшка. Елочка сверкает. Мигает, сверкает. Красота. Город весь приоделся, приукрасился. Ой, девочки, иди сюда. Олени? Олени, олени, не брыки, то не мы волны. Поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Ранним. Ранним и отчаянно ворвемся. Прямо в снежную зарю. Ребятки, мы побывали на городской елке, снимали красавицу городскую, а теперь снимаем нашу красавицу домашнюю. Вот так мы с Витей украсили наш дом. Вот такая у нас есть диско-лампа. Вон она крутится. Вот такая у нас елочка. И на цветах все блестит, сияет, гирлянды, гирлянды кругом. И наша ялыночка. Елочка, елочка, в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Всех, ребята, с праздником Святого Николая. Пускай у вас будет только чудесное, чудесное настроение, чудесные подарки. Отлично пройдут все эти праздники, но вот в данный момент, Николай, это ж вообще красиво все на улице, вы сами видели, какая программа для деток, какие салюты, просто радует глаз, все радует глаз. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, наша девочка. Да, Витя? Красота. Красота. Все. Новый год намчится, скоро повторится. Все случится. И повторится. И повторится снова. И по спирали идем. Да. Ну, на кухне также все сияет. Все так же. Обезьянки висят. Там Степа подъедает. Балеринки. Как на картинке. Кружаться. Да. Все, ребятки, Лена, всех с праздником. Всех Леночка. С праздником. Витя Лена. И Лена. И погода в доме. Все, друзья, отдыхайте, празднуйте. Встречайте гостей. Готовьтесь к будущим праздникам. Все, всего вам доброго. Самого лучшего. Отличного настроения. Все. Пока-пока-пока. До завтра. До завтра всем. До свидания. Пока-пока-пока.